Зимняя яровая пшеница триза. Видно, что не хватает влаги на края по краям. Но здесь на самом деле дождей не было. Ну, думаю, что с марта. Как выпал снег. Но эта проблема только на участке, где нам пришлось делать предпосевную. Там, где мы сеяли напрямую по сое, у нас все неплохо. А там, где мы сеяли по клеверу, и из-за того, что пожневные остатки на клевере их было много, нам пришлось запускать сюда дисковый культиватор, керрер, усильник. Нам пришлось здесь немножко подсушить почву. Видите результат. Опять же, здесь основная обработка была топ-даун, но она не очень хорошо получилась по этой же причине, что было очень много пожневных. И здесь участок всего лишь 10 гектар, он весь вот в таких пятнах, которые указывают на недостаток влаги. У нас есть поля, где есть такие же пятна, и нам казалось, что может быть это после действия пульсара, евролайтинга, все же это недостаток влаги и минерального питания. Это в комплексе, конечно. Почва сухая. Это что-то летит.